Здравствуйте! С вами компания Кабель РФ, и мы рады представить наше новое видео. Перед просмотром не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Во время электромонтажных работ необходимо запастись комплектом приспособлений, чтобы иметь возможность удобно, быстро и качественно произвести необходимые подключения, соблюдая при этом электробезопасность. Сегодня мы представляем обзор ручных инструментов для электромонтажных работ от немецкого бренда Phoenix Contact. Итак, перед нами несколько экземпляров ручного инструмента. Остановимся на каждом из них более подробно. Проведем визуальный осмотр и испытаем на практике. Начнем с набора отверток. В набор входят 6 отверток для проведения слесарных работ с крепежными соединениями. Отвертки имеют крестовую и прямую шлицы. Также в наборе есть держатель отверток для настенного монтажа. На каждой отвертке четко нанесено обозначение типа размера. Магнитный наконечник удерживает крепеж и упрощает работу в труднодоступных местах. Удобная форма ручки и прорезиненные вставки предотвращают проскальзывание. Вы можете максимально надежно затянуть крепеж и быть уверенными в соединениях деталей ремонтируемого объекта. Инструмент для снятия изоляции. Предназначен для работы с проводниками с сечением от 0,02 до 10 квадратных миллиметров. Инструмент удобно лежит в руке, имеет прорезиненную рукоять, а небольшой вес, всего 136 грамм, обеспечивает удобство работы. Блок резки расположен в нижней части инструмента, лезвия хорошо изолированы. Кабельный резак, загнутый для медных и алюминиевых кабелей диаметром до 18 мм. Преимущество работы с инструментом заключается в его оптимальных размерах и удобных рукоятках. Фиксатор на торцевой стороне надежно фиксирует резак в закрытом положении. Это обеспечивает безопасность при транспортировке. Длинногубцы обладают удлиненной рабочей частью, что позволяет использовать их в труднодоступных местах. Насечки на зажимной части надежно захватывают мелкие детали, режущие кромки предназначены для перекусывания проволоки. Опрессовочные клещи используются для изолированных и неизолированных трубчатых кабельных наконечников диаметром от 0,14 до 6 квадратных миллиметров. Также для наконечников твин диаметром до 4 квадратных миллиметров. При работе осуществляется боковой ввод с автоматическим подбором сечения. Сумка для инструментов. Удобного размера, выполнена из прочного износостойкого материала и имеет твердое основание. Закрывается на молнию. Внутри расположены тянущиеся широкие ремни различных размеров, что позволит надежно зафиксировать любой инструмент. Таким образом, мы рассмотрели несколько моделей ручного инструмента компании Phoenix Contact. Скажите, а каким из рассмотренных инструментов чаще всего пользуетесь в работе вы? А для того, чтобы стать обладателем набора ручного инструмента, ответьте правильно в комментариях на вопрос. Какую продукцию компания Phoenix Contact не производит? УЗИ, клемма, генератор. Оставьте комментарий под этим видео, поставьте лайк и обязательно подпишитесь на наш канал. Ссылка на сайт компании находится в описании под видео. Победителя мы определим по правильному ответу случайным образом. Пока!